Женщинам Канады разрешили носить никаб даже во время официальных церемоний. Такое решение принял накануне апелляционный суд страны, отклонив иск правительства о том, что во время публичной церемонии приема гражданства нельзя закрывать лицо. Еще в 2011 году кабинет министров страны принял постановление о запрете использования одежды, закрывающей лицо. Однако с такой инициативой не согласилась мусульманка Зунера Исхак и подала иск в суд на правительство. Женщина переехала к мужу в Онтарио из Пакистана в 2008 году, но не смогла пройти церемонию принятия гражданства, потому что в ходе нее она должна была прилюдно обнажить лицо. Суд посчитал, что постановление правительства нарушает права граждан на свободу вероисповедания. Между тем, правительство Канады планирует оспорить постановление апелляционного суда Верховным. Теперь я собираюсь стать гражданином Канады и пользоваться всеми правами, которые дает новый статус, в том числе и право голосования. 19 октября я пойду на выборы и впервые в этой стране отдам свой голос. Я рада, что теперь нас, я имею в виду всех мусульманок Канады, никто не заставит снять никаб или нарушить другие каноны моей религии.